Vai tu man saki priekšā, ja es aizmirstu kādu vārdu? Es Я буду говорить очень медленно. Хорошо. У нас у батарейки хватит. Я пасака не помонут, кай синус памати. Цита за мис пуса кадам целку, ты грибас, он тумен лайцик, так и ты вал цел пар винь. Меклай там я, пар то дуду, тел зиню, бы твой насят, ты кшусата, ну не руку, под зелю дзи. Верти, с мама на ради тру, тор стилу циту дома, си самплею, не весь логу, как Рим. На диво ему земь, стопор маунт, саут, ста планета, кур диво ему каус, каус сун. Там ир я будка стимулам, церам, сварт, вар пек, люд, кур тир, урги, не вар винч, пацал тес вайра, сика не вар не но крист, висю дзиви байдас, ну так, снекад не но цикс. Так, Эдуард Горбунов, правильно? Да, правильно. Скажи, как так получилось, что ты стал латышскоязычным рэп-исполнителем? Латышскоязычным? Ну и вот. Ну, я учился в латышской школе. Мы тоже в семье больше говорили на латышском. Друзья все латыши были. Ну и да, как бы латышский язык родной язык. И... говорю, 95% дня на латышском, и на русском как бы часто не получается говорить. Ну, твое первое интервью на русском или нет? Да, первое интервью. Первое? Да. Потому что я вчера не смог найти ни одного. Да, первое, да. Скажи, с чего все началось вообще? Почему рэп-музыка, почему хип-хоп? Ну, было так, что у меня было 14 лет, наверное. И когда я начал слушать рэп, это просто была такая музыка, которая мне очень нравилась. Это было что-то активное, агрессивное, что-то такое, что может говорить с людьми. И это было что-то такое, что в то же самое время ты можешь сделать сам дома, например. Для этого не надо было... не знаю, там, идти в специальную школу или там специально что-то учиться, это просто что-то такое, что ты сам можешь делать. И это мне очень понравилось, и да, и потому я начал заниматься этим. Я обычно это сравняю с, например, скейтбордом или BMX-ом. Это что-то такое, что ты видишь, например, по телевидению, где люди делают там трюки всякие и все остальное, но в то же самое время ты это можешь тоже делать в своем дворе, например. Ну и да, это мне очень понравилось, и мне кажется, что если ты... Кар Радош Креевский. Творческий. Творческий, да. Если ты творческий человек, ну, тебе очень важно, чтобы тебя, например, слышали или видели. И мне кажется, что музыка — это очень один из самых таких простых способов, чтобы получить внимание, потому что надо брать микрофон, наступать на стейдж и выступать, и сразу же ты получаешь какое-то внимание от людей. И это было что-то такое, что ты можешь покрутить громче, и тогда люди тебя услышат. Так что мне казалось, очень хороший вариант, где себя попробовать показать. Тебе было 15 лет, да, когда ты начал? Да, 14-15 лет где-то, да. Мне показалось, что в таком возрасте рэпом начинает заниматься, когда бросила девушка, или наоборот, хочешь понравиться девушке, нет? Нет, для меня это было такое... В то время я слушал там, ну, Густаво, и там был такой сентимент в музыке, что они это делают для себя только. И вот делать это, например, чтобы получить деньги, или чтобы... ну, не делать это для творчества было плохо. И как бы это было что-то такое, что с кем я мог идентифицироваться. Как бы это было что-то такое для людей, которые не чувствуют себя как одни из большой массы, но как бы они чувствуют себя по-другому. И в то время тоже было так, что, например, там в школе там много людей не слушали латвийский рэп. И я его слушал, и это мне помогло как бы чувствовать себя другим. Это была как бы альтернативная культура в то время. А Озолса ты не слушал? Озолса меньше слушал. Ну так, не очень. Я был в то время, я был кэмп Густаво в той стороне. А из иностранного Эминем, наверное? Да, конечно, начал с Эминемом. И потом я начал изучать. Был интернет, и тогда я смотрел, например, в интернете,
какие альбомы считаются классикой? Там Wu-Tang Clan первый альбом, там Cypress Hill, Mobb Deep, все эти группы. Я находил эти альбомы и просто садился и слушал их, потому что я еще читал, там в интернете были интересные рецензии этих альбомов, и они были описаны как фильмы примерно. Я думал, окей, хорошо, я сейчас сяду и буду слушать, как это, что это, как, может, это поменяет мой мир. Вот. И да, я как бы пытался изучать это все и понять, как это работает, что и что. Но Eminem это было, конечно, начало. А на русском ты когда-нибудь пробовал писать что-то, нет? Мне кажется, что нет. Может, совсем немного. Я тоже слушал, я вот в русском рэпе как бы глубоко не зашел. Ну, не от того, что мне не нравится, просто мне кажется, что там, ну, там очень много всякого интересного материала, и как бы не получилось так глубоко зайти все это, про все это узнать. Ну, я, например, слушал и слушаю Касту, ну, стандарт, наверное. Получается еще слышать Скриптонит, там Антоха МС тоже, ну, такие, но так глубоко я еще не зашел, но я думаю, что это когда-то произойдет. Просто, не знаю, нет времени. Джонни Боя ты знаешь? Да. Вы знакомы с ним, нет? Не. А как тебе его творчество? Вот я очень мало его слушал. Я последний, мне кажется, у него новый сингл, который вышел. У него был, ну не новый, но мне кажется, с чем он его возвратный сингл после батла и все остальное. Но мне казалось классно, но ничего такого, что я так не погружался в это. Вообще, латышский рэп в Латвии, русский рэп в Латвии, они раздельно, да, живут? То есть, да, нет? Они раздельно живут, да. Я помню, я в 2005 году была такая интернет-сайт streetstyle.lv. И мне кажется, еще были какие-то сайты. Но вот streetstyle.lv, мне кажется, было, и там как бы люди из русской рэп-сцены, там были новости, MP3, песни, они тоже делали такой street-style battle, где надо было сниматься у микрофона и читать свои тексты, и как бы они тебя ложили против кого-то, который тоже это делает, и потом там идут дальше. Да, вот, ну, такие мелкие моменты были, когда эти обе сцены как бы встречались. Например, Озол сделал хип-хоп фест раньше, в 2003, 2005, 2004 годах в Essential. И там тоже были и русские исполнители, и латышские исполнители на одной сцене. Но мне кажется, вот после того, особенно там, как бы, ну, очень отдельно живут эти оба. Сегодня на тебя тоже, да, ходят в основном это латыши, то есть русские практически? Ну да, да. А почему, вот на твой взгляд, так, что... Вот есть, например, Прата Ветра, да, на которую ходят и русские, и латыши. А из русских групп, не знаю, мне только Ленинград приходит в голову, где ходят и русские, и латыши. То есть я другой русской такой группы не знаю, которая так... Вот почему, ну вот, это есть разделение до сих пор, почему вот не ходят русские на латышей, а латыши на русских? То есть сколько лет прошло? Живем в одной стране. Я не знаю, мне кажется, вот это разные эти информации из бурбулс, эти как бы информативные... Пузырь. Пузырь, да, очень разные. Потому что вот, например, в мой этот информативный пузырь, например, какие-то новые, что-то, то, что происходит в русской рэп-сцене здесь, ничего практически не входит. Как бы, ну, я там... в своем дне как бы нету каких-то мест, где я захожу и вдруг это, ну, ходит ко мне. Я там смотрю, например, в Дудь или, ну, например, такие интервью, тогда я, о, хорошо, там есть такой исполнитель, такой. Но и мне кажется, что да, просто эти информативные пузыри, они различаются очень сильно, и очевидно, мало моментов, когда они встречаются, наверное, скорее всего. Но. Я хотел еще поговорить про концертную деятельность, да, то есть, насколько я понимаю, латвийский артист, он это 6-8 городов в год, и, в принципе, в лучшем случае это один раз, да, или, ну, как выглядят концерты в Латвии. А с чего, получается, музыкант должен жить? Хм,
Ну, там есть фестивали какие-то еще летом, но это тоже там несколько выступлений. Все. Да. Ну, получается, да, есть эти города, но тоже, ну, может, нету много городов, где выступать, но есть, мне кажется, ну, намного больше, например, есть всяких мероприятий, где выступать. Ну, например, фестивали. Разные, не знаю, там открывается магазин, может, тогда можно выступить. Или там... Свадьба. Ну, например, свадьба. Я на свадьбе никогда не выступал. Меня приглашали, но я думал, что рэп как бы на свадьбу, я не знаю, это, мне кажется, не работает. Ну, вот, и есть всякие вот многие такие вещи, где можно выступить, и как бы... Но бывает, я, например, выступал в одном городе, там, в Лепае, там, 4 раза в году получалось. Но там разные клубы, разные места, и сразу же от этого, от того, какое место, какое мероприятие, что там происходит, или это какая-то спортивная игра, или там... не знаю, просто клуб, и там тоже различаются сразу же люди, которые приходят. Ну, там разные публики сразу же приходят. Там, не знаю, если ты делаешь, например, большой концерт в Риге, тогда там будут люди из Риги, из, там, например, Валмеры, из ЦАС, но они приезжают. Если ты делаешь, не знаю, там концерт какой-то корпоративный, ну, не корпоративный, но, например, выступаешь, что открывает какой-то универмаг, тогда там придут, ну, люди, которые слышали, что ты будешь выступать, и остальные люди просто, которые пришли в магазин. Ну и там вот от этого очень много меняется, так что чем больше разных мероприятий, тем есть больше возможности что-то заработать. Только музыкой. Могут музыканты в Латвии зарабатывать или нужно где-то работать, что-то делать еще? Но это, я думаю, что да, это возможно. Но там опять... Ты знаешь таких людей? Вот из моих друзей, ну, я думаю, что может, но это ему надо спросить. Но есть рэпер Анцис, возможно, он сейчас на данный момент, если я правильно понимаю, ну, живет как бы, ну, без какой-нибудь там работы или что-то такое, что у него вся работа — это музыка. Угу. Вот. Так что да, это возможно, но тогда надо, конечно, какой-нибудь этот лименс популярности получить, чтобы, например, ну, потому что как ты получаешь популярную песню, тогда люди сразу же тебя приглашают там. И какой бонус у рэпа в Латвии, что рэп — это в последние года тот инструмент, как... организаторы или, мне кажется, рекламисты пытаются говорить с юношами, с новой публикой, ну, молодой публикой. Они думают, ну, у нас есть вот это мероприятие, например, и нам надо, чтобы вот было интересно молодым людям. И они сразу же думают, хорошо, возьмем какого-нибудь рэпера или рэперов или какую-нибудь группу. И вот в последнее время в таком смысле, мне кажется, рэп... ну, его много пытаются положить, всунуть в какие-то места. Может, даже в такие, где, ну, как бы рэп, может, даже не очень хорошо там входит, но, ну, как бы в этот концепт, но они как бы экспериментируют. А в каком самом странном месте ты выступал? Самое странное место? Вот так я сразу самое-самое не запомню, но я пару недель назад, например, выступал, было в Вецумнеке, как бы... в Вецумнеке были эти дзесму свадки, как бы песни, танцы местные, и там меня пригласили выступить две песни, и там как бы поет хор, танцует Туртаутас Мейтс, Таутудайл, там классические, там латвийские эти народные песни, да, ну и в конце я выхожу, например. Но, мне кажется, не было плохо, но это, например, там, и там публик, конечно, ну там есть юноши, но там тоже вот пожилые люди сидят, и тогда я не знаю, как они воспринимали меня, но это было что-то другое. Вот, и как бы, да, пытаются, как бы приглашают на всякие такие места выступать. Мы с Озвалдом 2 года назад, когда общались, он сказал, что золотое время хип-хопа в Латвии — это с 2000 по 2008 год. А какие сейчас времена у хип-хопа в Латвии? Сейчас? Ну, мне кажется, если... Ну,
если не золотые, тогда серебряные, мне кажется, сейчас тоже, ну, время. Потому что сейчас много людей, много активных исполнителей на сцене, много мероприятий. Сейчас такое время, что, например, есть суббота или пятница, и в один вечер где-то два или три концерта происходят. Тогда ты думаешь, хорошо, если я пойду туда, может, я успею на этот концерт, может, на этот, и надо уже выбирать. И тоже так же с клипами, с песнями, то же самое, что если раньше было так, ну, например, когда было, не знаю, 2000, ну, когда я начал, когда я стал активным участником сцены, тогда там было, если выходит альбом, или если выходит песня, или видеоклип, или есть какой-то концерт, это было как бы один раз в три месяца, один раз в году, например, и это было так, ого, вот это надо послушать и посмотреть, что происходит. А сейчас так много материала выходит, что это больше не сюрприз, а просто нету даже времени послушать. Кто-то издает какие-то новые песни, видеоклипы, и нет так, что обязательно надо посмотреть, ну, потому что это очень редко. Но сейчас это так, что, о, хорошо, когда-то посмотрю. Ну, что есть, сцена очень активная, это очень классно, мне кажется. Ну, по уровню развития Латвия сильно отстает от, там, от России или от Запада, именно хип-хоп? Мне кажется, что нет, потому что... Например, во всех, ну не знаю, если там мерить по битам, по минусам или по текстам, мне кажется, что в Латвии можно найти практически все. Там можно в рэпе сейчас найти очень сложные там тексты, там, и можно найти очень простые тексты, и можно найти классический рэп, можно найти этот трэп и все остальное. Ну так, что вот, и потом, мне кажется, очень хорошо, что есть почти все у нас на данный момент можно найти. Просто в России, например, рэп, наверное, сейчас переживает пик, да? То есть золотое время, рэперы собирают стадионы, даже в Риге они собирают арену Рига, русские рэперы. Латвийские рэперы могут собрать арену Рига? Соль на концерт? Но есть один, который это сделал, это Месса, Гачо, он собрал, и мне кажется, это тоже... Это была полная или половина? Полная, 14 тысяч, мне кажется, да? Да, вот это очень интересно. Но у него опять, ну, например, у него музыка, которую он делает, она такая, что она достигает людей, которые не слушают рэп. Например, ну, я не знаю, может, более какому-нибудь underground рэпу или там... такому, который не играет по радио, собрать арену, конечно, ну, нереально на данный момент. Но так, мне кажется, что, ну, Месса, он доказал, что рэп может быть часть от латвийского, как бы, музыкального этого фонда или... Потому что раньше, мне кажется, было, ну, там, например, поп-музыка, все это, которые, ну, стандарт, что они собирают арены, ну, и это будет что-то такое, что люди, ну, запомнят, и это будет потом классики, они будут рассказывать своим детям об этом. И мне кажется, что Месса сейчас тоже такая, он делает такую музыку, которую, ну, не только там рэп-фанаты будут ее помнить, и, ну, сидеть там через 10 лет и думать, о, хорошо, вот в то время... Но это тоже будет что-то такое, что там у костра, когда будет Лиго, через 5 лет там люди будут играть Месса, которые вообще рэп не слушают. Ты ставишь перед собой цель собрать арену Риг? Да, это было бы очень хорошо. Да. Когда? Ну, может, через 5 лет, например, можно было бы попробовать. Русскоязычным рэперам в Латвии еще сложнее, наверное, да? Ну, нет? Ну, скорее всего, да. Потому что вот с русской сцены... Ну, хорошо, я не знаю, как бы я не могу так сказать, но я не знаю, ли у них происходит много каких-нибудь концертов вообще. Как бы... Я даже имен, в принципе, не знаю. У них есть этот Panda Battle, да? Да, есть Panda Battle, да. Ну, например, тот же самый вот Panda Battle, он как бы в мой в этот информативный этот не заходил никак. Ну, он, например, не показывается там
даже в Ютубе, где, ну, эти suggested videos и все остальное, он как бы все проходит. Я тоже, ты говорил про Баста, что он собирает полную арену, и тоже я задумался об этом, ну, как эта информация идет или не идет, потому что вот Баста, он каждый год или два раза в году собирает mm-hmm. полную арену, и я об этом, ну, я потом просто где-то прочитывая об этом, или кто-то из моих друзей сходил в этот концерт, а так по-другому я вообще об этом не слышу. Если бы мне кто-нибудь не сказал, если я бы не увидел плакат и не подумал, а, да, был концерт, тогда я вообще бы не знал, что вот здесь Баста в полной арене выступает. Так что это, да, очень интересно, что не доходит эта информация. А девушки есть в латышском рэпе? Да, да, да. Исполнительница какие-то? Да, да. Можешь назвать мою по? Есть одна. А, нет, я могу две назвать. Есть Виня, она, угу. так и называется. Мы с ней были, с Озолсом и Иансом, мы были в туре. Сейчас 4 концерта, у нас такой короткий тур был по Латвии. И тогда есть Уга. Она из Латгалии, угу. и на латгальском, если это правильно. Так говорить, да. Правильно. Она... Ну, это должно быть интересно. Пишет песни, да. Вот, так что есть, вот даже это есть, да. Потому что в латвийском рэпе было где-то в 2007-2008 году была Берлина, такая исполнительница, угу. и она на русском читала рэп из Латвии. Ну, она немножко на латышском, но на русском читала. И она тоже, у нее был альбом, если я не ошибаюсь. Ну, так что она была активная. Ну, и это все, что я помню. Мне кажется, других особенно не было. Может, там, ну, были пару исполнителей, которые там один текст, ну, в одной песне появились и пропали. Вот. А сейчас две исполнительницы, которые довольно активно издают песни. Вообще в любом музыкальном жанре есть как бы мейнстрим, да, есть андеграунд. Да. Ты себя к какому лагерю причисляешь? Я думаю, что я сейчас более мейнстрим. Я не такой, я не хардкорский мейнстрим, mm-hmm. Но мне кажется, то, что я создаю, сейчас музыка, которую я создаю, она не всегда она такая, которую можно по радио играть, например. Ну, это, ну, есть песни, которые годится для радио, но эти песни не совсем, ну, у меня нет сейчас на данный момент таких песен, которые можно, ну, которые underground, например, еще этот модерный underground 21 века, который там много басов, там, которые можно играть в темном клубе, и где можно делать эти мошпиты и все остальное. Такой музыки у меня нет. Мне кажется, вот это на данный момент как бы underground рэпа, когда такая темная музыка для, не знаю, для клубов, где узких клубов, где мало места и все остальное. Так что, да, я думаю, что если я бы, например, пробовал вот идти в тот, в underground больше, делать такую музыку, что какая-то часть моих слушателей наверняка меня, ну, они не поняли бы mm-hmm. этого, да. Так что я как бы не иду специально в мейнстрим, но да, эта музыка, которую я делаю, на данный момент, мне кажется, ее можно, могут слушать, ну, много разных людей. Как ты относишься к такой группе Singapore Satins? Да. Это андеграунд, да, или нет? Нет, это как бы мейнстрим. Я тоже часть этой группы, кстати. Сейчас у нас только что альбом вышел. Ну, Singapore Satins, это он как бы играет на мейнстрим, и в то же самое время на что-то такое простое, что все люди, которые, ну, что все люди могут понять, но в то же самое, что радио не может играть, потому что это слишком, mm-hmm. там, например, слишком много мата, или там слишком, ну, даже не мат, но сам этот контекст песни может быть слишком такой. Но мне кажется, что Singapore Satins это... ну, я как бы там многие песни, которые самые популярные, я там не участвую. И я могу сказать, что вот им очень хорошо получается как бы нащупать этот нерв
Собедри, без нерву как бы найти. Песню «Добрый хлеб» даже русские многие слушают. Да, например, вот очень простая как бы проблема. Ну, не проблема, но сейчас есть люди, ну, юноши, которые вообще не умеют по-русски говорить. Mm-hmm. И вот, и песня об этом. Там очень много такого материала, который, ну, все могут понять и идентифицировать. И в то же самое время это, ну, и очень хорошо, мне кажется, сделано. Прикольно сделано, и потому, да, люди как бы слушают и понимают это. У них большие какие-то просмотры даже на YouTube? Там, да, миллион. Там больше, чем миллионов просмотров по пару клипов. И там, ну, там, да, там как бы... Это такой материал, который очень далеко идет, и много людей слушают. Ну и тоже люди, которые не слушают рэп, мне кажется, слушают Singapore Settings. У тебя, как у артиста, у тебя же, наверное, в Латвии все-таки есть потолок развития. То есть ты со своим репертуаром, наверное, не можешь завоевать Россию или там к Западу. Да. То есть тебе нужно знать язык, как бы петь на этих языках, читать на этих языках. Да. И как бы большинство наших артистов, они вот в рамках Латвии могут. Почему никто не пытается сделать шаг в сторону, туда, направо или налево? Ну, в Латвии есть пару рэперов. Ну, когда-то Озолс пытался это делать. Да, да. Но в Латвии сейчас есть пару рэперов, которые исполняют песни на английском. Ну, они тоже говорят по-латышски, но на английском исполняют. И у них эти тоже получается, мне кажется, очень хорошо, без акцента и интересно. Но в то же самое время это, например, на данный момент для меня звучит больше как не как что-то супер оригинальное, что-то такое, что я не слышал, а просто как бы копия того, что я уже слышал, например, перед тем, ну, как бы в 90-х, там, рэп 90-х годов. Mm-hmm. И они как бы, им очень хорошо получается в таком стиле делать песни. Но мне, например, интереснее, если бы они то же самое делали бы на латышском языке, ну, на данный момент. Ну, по поводу того, чтобы вот... Знаешь, есть как бы этот потолок, и всегда, ну, все говорят, что Латвия маленькая страна и все остальное, но в то же самое время в Латвии тоже надо, например, поработать, чтобы собрать там арену или палладиум и все остальное. И мне кажется, что в Латвии, если очень хочется, если очень постараться, тогда если кто-то очень хочет чувствовать себя как звезда или что-то такое, тогда в Латвии это тоже возможно, это сделать и так чувствовать. Было бы, конечно, классно ехать там, если были бы большие туры, там 20 городов, все остальное. Но мне вот, например, в Латвии этого как бы нет так, что мне этого не хватит. Ну, что не хватало бы, что, например, я думаю, что у меня были там 5 концертов, и сейчас еще было бы классно 5 концертов сделать. Ну, что-то такое. У меня больше такое чувство, что, мне еще надо очень много сделать, чтобы саму Латвию покорить, например, чтобы добраться до этой арены и там выступать. Так что, здесь в Латвии тоже, мне кажется, много что делать, есть с чем работать. Просто, не знаю, у тебя есть или нет, у меня есть ощущение, что наши музыканты, они варятся все между собой. Да. И каждый год одни и те же награды получают одни и те же исполнители. Ну, в лучшем случае это не Прата Ветра, а в худшем кто-то другой. Да. И они пишут фиты друг с другом по кругу. Да. У нас 5 клипмейкеров, поэтому все клипы похожи друг на друга. Угу. Нет такого ощущения? Не очень. Ну, сколько понимаю, у нас режиссеров, которые снимают клипы в Латвии? Вот это я не знаю. 10 человек. Мне кажется, для Латвии достаточно. Как бы. Просто если 20 артистов и им 10 человек снимают клипы, то через 5 лет это будет очень заметно. Ну да.
Но вот мне вот такое чувство особенно нет. Ну да, есть так, что... Но в то же самое время, как бы, я как раз по поводу рэп-сцены думал о том, что, например, в рэпе очень много людей... Ну, сейчас в Латвии, ну, и всегда так есть, что есть люди, которые там что-то не могут поделить здесь, в Латвии, что-то там не нравится, все остальное. И тогда там в Латвии там дискутируют о том, что считается как настоящие рэпы, что считается там не настоящие рэпы, как правильно делать, как неправильно делать. Я об этом думаю. Я думаю, что это вот в Латвии, в такой маленькой стране. И интересно, что происходит там в Эстонии или в Литве, какие у них там разговоры о том, что настоящий рэп считается или и так. Ну да, как бы вот эта сцена как бы маленькая, да, вот эти все призы получают как бы одни и те же люди. Но я больше смотрю на это все как бы с той стороны, что рэперам или хип-хоп вот сцене надо сделать достаточно, чтобы их не как бы сменить, но как бы вот что мы тоже там можем оказаться. И, например, это будет, ну, как бы уже что-то поменяется в этой сцене. И понемногу уже рэп тоже заходит, ну, в эти, не знаю, мероприятия, где есть эти все балвасы, музыка, алабанки и все остальное. Так что, ну, мне кажется, что все происходит как бы динамично и идет вперед. Конфликты среди рэперов существуют в Латвии? Да, конечно. Бывает такое, да? Да. Но сейчас в последнее время там актуальны, как бы, актуальные конфликты по поводу того, что есть группы там New Wave, которые делают New School, там используют аутотюн и все остальное, и говорят там о таких вещах, как там клубы и тусовки, и наркотики и все остальное. И тогда есть часть, которая думает, что ну, так неправильно делать, что это, ну, что вы делаете, надо делать там серьезно все и о серьезных темах говорить. И так что, да, вот в последнее время вот есть это, этот конфликт. Но он повторяется каждые 5 лет, мне кажется, конечно. В 50-60 лет читать рэп со сцены, это нормально, на твой взгляд? Мне кажется, что да. Мне кажется, что рэп, он может быть как... Ну, там есть эта вся, ну, тоже энергия, например, что надо, да, там тоже прыгать по сцене и все остальное, но в то же самое время... Скоро Эминему будет 50, мы увидим, как это... Да, но мне кажется, что рэп, он очень хороший жанр, где, например, ну, у тебя 50 или 60 лет, и ты можешь там глубоко описывать, что ты увидел в своей жизни, или ты там можешь описывать... Как это быть, когда у тебя 60 лет? В таком смысле, мне кажется, что рэп может быть как... ну, и вот рэп тоже можно, ну, исполнять спокойно, конечно. И там не обязательно прыгать и орать. В таком смысле, мне кажется, что рэп мог бы быть в 50-60 лет, если у исполнителя. Он может быть похож, например, на... не знаю, например, на кантри или на фолк-музыку, где, например... там старый Джонни Кэш сидит и поет о своей юности или о том, что он сожалеет в своей жизни. И мне кажется, что рэп, ну, тоже может быть такой, что там человек, у которого 50-60 лет, что он может просто сидеть и как бы читать свои тексты там с живой группой. В таком смысле, мне кажется, рэп, он очень как бы может преображаться, его можно, он может мутировать по-всякому. 50 лет тебе не скоро еще. Расскажи о ближайших планах своих. Ну, на данный момент я пытаюсь, ну, как бы у меня план, я публицирую одну песню в месяц, новую, и просто на данный момент у меня нет, как бы, не знаю, планов на альбом. Но я пишу песни, и мне интересно их просто публицировать один раз в месяц, разные они, и смотреть, как люди реагируют, кто, например, понял эту песню, кто нет, как мне перед тем, как я ее выдал, какая мне казалась потом, когда она уже там в интернете, как мне сейчас она кажется, как меняется то, что я хочу сказать, когда я, например, публицировал песню, тогда... сразу же есть этот, как бы,
как бы крест, что хорошо, это я сказал, так я сделал, хорошо, попробуем по-другому. Ну, на данный момент мой план вот такой, быть в таком смысле активным, что по песне в месяц, и выступать. Я сейчас летом буду в Positivus выступать в фестивале, Summer Sound буду вместе с Ants, с Very Cool People и еще много других всяких мероприятий. Ну и когда я как бы закончу свой этап песни в месяц, это выживу, и это как бы больше не будет хотеться это делать, тогда наверняка надо пробовать альбом сделать. Такой банальный и пафосный вопрос. Ты 15 лет занимаешься рэп-музыкой. Да. Что рэп дал тебе? Что рэп дал мне? Ну, самое главное, рэп мне дал веру в том, что если ты, тебе что-то нравится, и ты веришь в это, и ты это делаешь, и если тебе это нравится настолько, что ты можешь закрыть свои глаза на все минусы и можешь как бы удалить в себе какой-нибудь сомнение в себе, и просто идти вперед, тогда это может тебя поднять довольно высоко. Потому что, ну, как бы банально, но это какое-то, это такое, это то, что, о чем пишет какие-нибудь, может, там, цитаты, или, ну, например, там, океан, песок, и там красивая цитата, верь в себя, и все получится. Но в жизни это не так просто, но это реально возможно, и вот я думаю, что это такое самое главное, что рэп мне научил. А что ты дал рэпу? Что я дал рэпу? Да. Я думаю, что я дал рэпу то, что я показал, что один человек может сделать довольно много, и что рэп может быть очень разным. И что это такая, ну, это такая музыка, которая может вырастать и меняться, и что сам исполнитель может меняться и выступать и, не знаю, там в маленьких клубах, где 50 людей, и потом выступать в фестивалях. И потом, не знаю, выступать может в Дзиасмусвайатке, где танцуют и поют народные песни. Ну что, он может быть очень всякий. Хорошо, спасибо тебе. Хорошо. 5 лет давай в арене Рига встречаться. Да, хорошо, договорились.